Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие друзья. Вернее, день. Давно не выступал днем. Хочется поздравить, конечно, всех москвичей с праздником. Сегодня день города. Хочется, конечно, сказать огромную благодарность организаторам этого концерта, этого замечательного парка. Совершенно. Когда-то я в молодости ходил сюда на горбушку. И, конечно, то, что происходит сейчас,
мы видим изменения. И спасибо Николаю Топникову, что он пригласил меня на этот концерт поэтический. Я вроде как инструменталист. Но, пользуясь случаем, я хотел бы познакомить всех присутствующих с необычной техникой игры на гитаре и вообще с новыми веяниями в профессиональной гитаре современной. Техника называется Touch Style или Performance Tapping. И я поиграю несколько произведений. И надеюсь, я покажу вам много интересного, кто вообще занимается, кто когда-то держал в руках гитару. Thank you.
Спасибо большое. Сейчас мне хотелось бы исполнить одну вещь, которая мне очень дорога. Она называется «Северный ветер». Я ее сделал как раз к поездке, к гастролям в Малайзию. Меня попросили ребята что-то сделать, весточку из России. Я вот попытался сделать такую композицию, которую хотел отразить вот нашу. Суровость нашего клима. Спасибо большое. Я даже думаю, что мне сейчас сыграть. Придумал. Мне хочется исполнить композицию Джона Леннона, которую, грубо говоря, я искал что-то про птичку в репертуаре группы Beatles. И вот нашел песню «Free is a Bird», которую я вам сейчас сыграю. А почему именно про птичку, я надеюсь, вы поймете в процессе игры.
Ладно, в заключение своего сета я хотел бы сыграть одну вещь. Она называется «Родные мотивы». И здесь нет никакого джаза, ничего, это такая дворовая песня, но упакованная вот в эту технику. Ну и назвал я ее «Родные мотивы». Thank you.
Thank you.